Всем привет из Канады, всем привет из магазина КОС, в который мы с вами возвращаемся, и сегодня будут примерки. Как я и обещала в прошлом видео, сегодня покажу вам, что я нашла, и что я примеряла, и как это все будет выглядеть. Для начала приветствие, пантомима, опять же, потому что музыка играет очень громко, и записывать разговор как бы не очень удобно, YouTube не любит всякую музыку, ее надо перекрикивать, все время что-то говорить, громко кричать, и в общем-то это очень-очень неудобно. Короче говоря, показываю свой аутфит. Сегодня я в джинсах, в пиджаке из Uniqlo, вот том самом, который я купила последний раз, когда я там была. Майка-алкоголичка, я сегодня по-модному, я сегодня изменила немножко свой стиль. Я сегодня не в платье, я сегодня такая вот спортивно-элегантная, можно так сказать, шлепанцы у меня под цвет пиджака, и на мне украшение, винтажная брошечка, которую я тоже вам показала. Очень интересная примерочная, в ней я нашла какую-то типа дверь, не дверь, я ее открыла, там оказалась стенка за ней, и только через какое-то время я поняла, что это на самом деле не дверь, а просто зеркало, которое открывается, и под определенным углом можно на себя смотреть сзади, если очень нужно. А в принципе, его можно закрыть, а можно его открыть, и таким образом вы будете, так сказать, более свободны в примерочной. Она может становиться немножко больше размером, а если вы хотите, вы можете открыть эту дверь. Давайте перейдем к одежде. Вы узнаете, наверное, эти вещи. Я вам показывала их в моем прошлом блоге, когда я снимала в самом магазине. Платье-парашют, синее платье а-ля платье Прада. Также вот в начале было платье, которое в цветах, не в цветах, а в какой-то такой цветочной абстракции. Это платье я тоже показывала в разделе распродаж. И кое-что другое. В общем-то, я сейчас по очереди ко всему постепенно перейду, буду вам показывать и примерять. Итак, первое платье. Я не очень поняла сначала, что это за фасон, потому что какой-то он такой был с большим таким, как будто бы халат. Ну, это оказалось просто платье с запахом, оно там внутри завязывалось. Стоило оно $150, и это был размер, по-моему, 6 или 8, я не разобрала, по-моему, 6. И состав 100% лиоцел. В общем-то, оно довольно хорошо на меня село, по-моему, это 6 размер, или 8, опять же, не помню. В нем есть карманы, оно симпатичное платье, легкое такое, удобное, знаете. Вот бывают такие вещи, что ты надеваешь, и тебе нигде не жмет, нигде не давит, нигде не слишком не облегает, не слишком короткое, не слишком большой вырез. Вот все, что нужно для того, чтобы себя удобно в нем чувствовать и как бы хорошо выглядеть при этом, есть в этом платье. У него очень интересный рукав, он снизу заужается к низу, сверху он такой широкий. И создается такой объем рукава, что в принципе довольно красиво. Сняла себя в полный рост, чтобы было лучше видно. Действительно неплохое платье, действительно хорошее, мне оно понравилось. Опять же карманы, ну в общем все, что нужно для удобного такого платья на работу или в гости, или не знаю, просто встречаться с подружками, в общем. И интересно у него довольно такой, знаете, вот сбоку такие пуговички маленькие. Ну, в общем, не просто, а еще при этом неплохой дизайн, неплохая расцветка. Всем оно хорошо, это платье. Дальше платье-парашют. Стоило оно $150. Я взяла размер extra small. Да, я взяла размер extra small, потому что в магазине, когда я посмотрела на его размер, ну, как бы количество тканей и объемы, я поняла, что я вполне могу на себя примерить экстра смол. Состав в нем очень много разных составов, и полиэстер, и хлопок, и все что угодно, потому что в нем очень много всего, чего сочетается. Вот вам показываю размер этого платья. Вот я вот платье, и в общем-то это действительно, ну просто какая-то, знаете, чехол для самолета, оно огромное. И это размер экстра смол. Я даже боюсь представить, как выглядит, скажем, медиум, что в общем-то для меня это нормальный размер, который я обычно ношу. Ну, я и так в нем утонула, и вот я хотела вам показать, что оно как бы комбинированное, сделано рукава и сзади спинка сделана из другого качества ткани, чем все остальное платье. Все остальное платье как будто бы такое трикотажное, а рукав и сзади спинка сделан как будто бы хлопковый.
но там очень странное, много-много всего было в составе, поэтому я не берусь сказать, что там хлопок, а что там что. Но вот сама вот эта ткань самого платья, видимо, там много полиэстера, так по ощущениям, во всяком случае. Ну, оно интересное, конечно. Вот интересные эти банты на рукавах, оно, конечно, необычное такое, заслуживает внимания. Ну, конечно, мне кажется, они немножко с этой тканью как-то переборщили, я бы сказала, потому что, ну, слишком много. И это экстрасмол, еще раз повторюсь, размер и, в общем-то, да, могло быть, конечно, и поменьше. Вот я показываю сзади его. Сзади у него на спинке такой немножко разрез. Вот видите, бант. И видите, две ткани как бы сочетаются. Одна такая внизу трикотажная, а сверху как кокетка, сделанная из такого хлопка. И рукав тоже. Ну, в общем-то, оно собирается вокруг горлышка. Вот такое вот платье. Следующее платье. Стоит оно $135. Это размер 8. И я вам показывала его тоже в зале. Оно темно-синее, хотя оно выглядит черным. Оно очень красивое. В составе 100% катон написано, то есть 100% хлопок. И сюрприз, я в него не застегнулась. Это 8 размер. То есть первое платье было 6 размер. Розовое было экстра смол, а это размер 8. Я не смогла в него застегнуться. Не смогла застегнуть молнию. На самом деле... могла бы, наверное, если бы очень постаралась, но я не хотела очень стараться, потому что я очень боялась, что этот замок сломается, я потом его не расстегну назад, и, в общем-то, как бы не стала я рисковать. Вот. Но оно очень красивое. Если бы я взяла его большего размера, видимо, 10-й мне нужен был, оно бы, наверное, хорошо на мне село. Единственное, что вот все вот это вот немножко великоватый вырез, который как-то все время расползался. Ну, может быть, если был бы размер побольше, то он бы не расползался. Просто я пыталась, видите, вот соединить его сбоку, и тогда расползалось оно спереди. Когда я пыталась соединить его спереди, сделать меньше вырез, оно расползалось сбоку. Ну, наверное, правильный размер решил бы эту проблему. Но, во всяком случае, вот так вот оно выглядело. Я уже не стала себя снимать в полный рост, потому что с этим расстегнутым замком это как-то не очень эстетично. Следующее платье я тоже вам его показывала. Оно стоило $135, на него было 70% скидка. Это платье, которое висело на распродаже. И понравилось оно мне своей необычностью. Плюс 100% хлопок, как верхняя синяя часть, так и вот эта вот нижняя белая пришитая оборка. И вот размер large, кстати. Но, вы знаете, он не выглядит очень большим. Мне даже кажется, что вот в самый раз. Потому что он такой немножко оверсайз. Немножко такой не облегающий, вернее, а такой наоборот, как бы... Ну вот, такой свободное платье, что мне, в принципе, понравилось. И я не скажу, что оно выглядит очень большим. Цена у него получилась, по-моему, $35 или $45. Я уж не помню, если взять 135 и 70% скидки, девочки, посчитайте. Вот, и неплохое, не знаю, понравилось мне оно, оно оригинальное, необычное, но согласитесь, вот этот такой трикотажный, как будто бы вязанный из хлопка вверх, и вот это вот внизу оборка, есть в этом что-то такое интересное, при этом тоже оно очень удобное, вот я примерила его, конечно, с поясом, как я была бы не я, если бы не надела его с поясом, пояс не очень к этому подходит, это пояс из моих джинс, не очень подходит к этому платью, но... удобством своим оно мне тоже понравилось, потому что вот этот верх такой обычный, спокойный, трикотажный, с рукавом, в принципе, очень удобен. Следующее платье тоже на распродаже висело, и я, значит, долго на него смотрела. Это размер 6, $175 оно стоило, 70% на него была скидка. Оно темно-сиреневого цвета, может быть, камера не передает. С таким красивым, знаете, таким блеском, 100% вискоза, хороший состав. И я тоже не могла никак понять, что за фасон, этот бант, к какому месту его привязывать и как его завязывать. Но разобралась в конце концов. Мне очень понравилось, как оно выглядит, мне очень понравилось, как оно сидит. Вообще платье с запахом – это моя тема. Вот для девочек фигуры груша, платье с запахом – это самое лучшее, что может быть. То, что можно подчеркнуть талию и как бы не облегает внизу, бедра, в общем-то, прекрасно, шикарно. Мне очень понравилось это платье. Длинные, конечно, рукава, мне всегда длинные рукава. Мне практически в любой одежде нужно подкорачивать рукава. Ручки короткие, что называется.
Вот. Ну и вот я пытаюсь показать, что там вот как-то пояс, он как-то через отверстие в боку обвязывается вокруг и спереди завязывается на бант. Красивое платье, немножко, в принципе, такое нарядное, потому что блеск вот этот такой, знаете, шелковый, он придает нарядности этому платью, хотя это, в общем-то, вискоза, но выглядит он, в общем-то, как шелк и выглядит достаточно нарядно. Очень красивый такой темно-сиреневый, лиловый, королевский, благородный цвет. И еще одно платье, вишенка на торте, так сказать, это платье черное, которое, в общем-то, может войти в коллекцию моих черных платьев. Я нашла его тоже на распродаже. На нем не было ни размера, ни цены. Было только написано, что 70% скидка. Я спросила у продавца, мне посмотрели и сказали, что оно будет стоить $45, что, в общем-то, не совсем, в общем-то, как бы недорого, а вполне даже нормальная цена. Очень интересная ткань. Сделана так, что... ну вот, кстати, 100% синтетика, правда. Я вот только говорила, что в магазине КОС все вещи натуральные, но ну нет, вот как казалось. Но очень интересная ткань, потому что сделана гладкой, на гладкой черной ткани. Рисунок сделан из бархата, как будто бы, понимаете. И это очень-очень необычно, оригинально выглядит. Причем это не горошки, это не горохи, это такие как будто бы цветы. В нем тоже есть карманы, причем карманы вшиты как-то так спереди. Очень интересная такая квадратная пройма. Эй-силуэт, такой, знаете, трапеция немножко, хорошая длина, чуть выше колена, сидит великолепно, на мой взгляд. Такое классическое платье а-ля 60-е, вот это вот именно платье «Завтрак у Тиффани», и это именно платье а-ля Жаклин Кеннеди. Вот мне кажется, что в те времена именно носили такие платья, оно очень симпатичное. Очень хорошо выглядит, красивое платье такое, знаете, вот это точно и в первый мир, потому что из него можно сделать нарядные, выходное, можно сделать платье на каждый день, зависит от того, как стилизовать. Вот, девочки, все, закончились мои примерки, теперь пантомима прощания, как всегда. Я надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что вам было интересно, и буду рада, если вы подпишетесь, если вы поставите мне лайк, если вы напишите мне комментарий, что вам понравилось. Что вам нет. Затем с вами прощаюсь. Всем привет от Диты из Канады. Всего доброго. Люблю, целую. Пока-пока, бай.